войне, потому что кроме лицензирования, которое проходит сегодня, у нас на этой неделе проверка работы по безопасности жизнедеятельности. Очень серьезная, неожиданная, и надо быть готовыми каждый день к такой проверке. На уровне тебе что? Позвонить в аварийную службу. Точка. Позвонить. Соединили две картиночки. Еще какие картиночки? Шапка. Шапка. Артем. Кто ходит в гости по утрам, поступает, нет, ну так не принимается. И что, чтобы за гир... Еще раз. Помогаем. Помните, что придумал первый раз ваш... На среду записываем домашнее задание. Страничка 64-65. Если приставка означает присоединение к предложению,
Так, погромче. Неполные действия, то мне я пишется буква «И». У нас зачет по теме «Простое предложение». И мы с вами проводим модульный тест. Ребят, поднимайте руки. Так, пожалуйста, пустите руки. Давайте с вами посмотрим, что вы должны... Расскажи, товарищи, то, что ты узнал об обстоятельствах образа действия причины. Сказали, что у базы есть высота. Еще что у нее есть? Включается в следующем. Мы должны отобразить высоту на листочке бумаги простым карандашом, то есть нарисовать середину, среднюю линию базы. Швейную машину, потому что через урок мы будем заниматься шитьем. Вот мы сегодня повторяем все, как правильно задать. Что? Пятерку. А у кого не будет, то соответственно тому, что вы не умеете. Дети еще не видят, не подходите еще. Поэтому не надо. Прощайтесь. Душите на здоровье. Это моя дочь. Какие продукты пишешь там? Вот, ты все грамотно, все понимаешь. Так как правильно мешаем, ограничиваем. Мы с вами познакомились с тремя этапами, последний, четвертый этап. Итак, цифра 4. Цифра 4. Правильно становятся собственными, запятая, внутренними. Четвертый этап. Различных сословий и классов населения России. Второе. Ополчение Минина и Пожарского. Представителей различных русских, татар, лет пронеслось, сколько дней с той поры пережито, время мчится вперед, время к новым зовет рубежам, но никто не забыт, и навеки ничто не забыто. Вот под таким девизом у нас и проходила вся работа, посвященная 60-летию Великой Победы. Вы видите, здесь вот ряд стендов. Вот эти стенды все, они посвящены самому началу Великой Отечественной войны. И наш народ непобедимый. Здесь, под Москвой,
был развеян миф о непобедимости германской армии. Видите, это кровавые бани. А вот это фотографии. Давайте пройдемте немножечко сюда вперед. Вот это стенд, это герои Советского Союза, наши земляки. Посмотрите, сколько фотографий. Вы можете гордиться. Вот наш город дал замечательных людей, которые жизнь свою не жалели для того, чтобы одержать.